Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в полуфинал открытого чемпионата Австралии, обыграв третью ракетку мира американку Джессику Пегулу. Двукратная победительница турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира, Азаренко одержала победу в двух сетах со счетом 6-4, 6-1. В полуфинале она встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Чемпионка Уимблдона прошлого года впервые в карьере вышла в 1/2 финала Australian Open, обыграв Елену Остапенко из Латвии со счетом 6-2, 6-4. В четвертьфинале мужского первенства греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над чехом Иржи Легичкой и в третий раз подряд вышел в 1/2 финала. Матч продолжался 2 часа 19 минут. В полуфинале австралийского «Большого шлема» Циципас сразится с Кареном Хачановым, с которым встречался ранее 5 раз, неизменно выигрывая. Серебряный призер Олимпиады в Токио вышел в полуфинал, обойдя американского теннисиста Себастьяна Корду, который снялся с третьего сета из-за травмы запястья. Хачанов вел в счете 7-6, 6-3, 3-0. Для него это первый выход в полуфинал Australian Open.